Карантин в этом году смешал нам все, карты спутал. И вместо обычного времени поступления в наш ассортимент большого количества новинок весной, все это происходит, к сожалению, осенью. Но, к счастью, происходит. Что нового у нас интересного? У нас новый бренд в ассортименте сантехники. Бренд называется «Лавиния Боха». Я сейчас вот в этом сюжете про общие подходы расскажу, почему выделяем, почему у нас в ассортименте эта сантехника появилась, чем заслужила наше внимание, надеемся, заслужит и вашу любовь и признание. Во-первых, это коллекционный подход. Вот сейчас мы смотрим на коллекцию, которая сделана в таком классическом стиле. Есть напольный унитаз, есть подвесной унитаз, есть биде напольное, есть биде подвесное. В общем-то, это не ново. То есть, подход именно в виде коллекции керамики, это все бывает, случается, и не только у данного производителя. Вот, например, здесь мы видим уже этого же производителя «Лавиния Боха», уже коллекцию сантехники в стилистике более такой модерновой, что ли, да, поэтому интерьер такой, видите, суровый цемент, и здесь такая заквадраченная форма более логична. Но где вы видели и слышали? Я, например, слышу это и вижу впервые в этом ценовом уровне. Ванна тоже называется, та же коллекция «One», которая подчинена тем же принципом дизайна, такая вот бескомпромиссно, такая резкая, квадратная, да? Как можно сегодня говорить про полноценный дизайн, про полноценную эстетику помещения, не думая о связи форм, которые мы используем, да, у себя в ванной? Конечно, нужно. И вот ребята об этом подумали. Замечательный немецкий бренд. Вот, проработка осмысленности своих коллекций вот такова. Что еще можем рассказать? Мы будем отдельно рассказывать про сантехнику, отдельно рассказывать про ванны подробно, почему хороши именно у этого производителя. Мы не тянем одеяло на этого производителя, потому что занимаемся разными брендами в области сантехники, и подороже, чем эта торговая марка, и подешевле. Но объективно здесь очень приличное количество вещей, о которых можно рассказать, которые заслуживают внимания, которые сказываются на красоте сантехники, на удобстве и долговечности ее использования. Бренд «Лавиния Боха» уже появился у нас в магазине в Астане. В ближайшие 2 недели доедет до всех наших магазинов по Казахстану. Очень вас призываем, если вы думаете о покупке сантехники, прийти, поинтересоваться, посмотреть, ну, возможно, купить. «Лавиния Боха», магазины «Керамир», новый бренд в сантехнике для нашей сети. Просим, приходите посмотреть.